Качество и сроки масштабных строительных работ, которые ведутся в детском саду номер 39 и в двух зданиях детской школы искусств, глава города Денис Семенов проверяет еженедельно и самолично. Плитку начали. Здесь, да? Да. Вот видите, второй проект. Единички заменили. Надо было сварить их, наш собой. А, да нет, куда не делать. Так, никуда не делать. Сейчас еще только грунтуем, чтобы потом жарче не полезли. Вот привезна, то есть поскроете, уберете. Ну, естественно, она же Штукатурится, дается. Конечно. В школе искусств работы идут полным ходом. Строители приступают к отделочным работам в учебных классах и кабинетах. Заменены оконные блоки и дверные коробки в здании номер один. Черновое выполнено, нам осталось только чистовое, да, покрытие. Ну, это дорогой просто танцевальный. Из-за отсутствия материалов медленно идут работы по замене кровли на зданиях школы. Пятый пункт – завершить работу по ремонту кровли в срок до 02.08. Катаем еще верхний слой. Первый слой сейчас не хватает, это порядка 80% первым слоем сделано. А броней прошло где-то порядка 50%. Да, да, да. Ну, но там не хватило материала на первый слой. Обосновывайте, почему вы реально не успели. Вы же их называете сроки. Вот из этих всех там один я только назвал какой-то там по каким-то там работам. Но все остальные сроки надо соблюдать же. Затянули с кровли, затянули. Ну. Основная задача строителей – качественно успеть завершить ремонт к новому учебному году. Завершить замену всех оконных блоков. Срок до первого. Завершили. Молодцы. Завершить облицовку фасада в здании. Срок до десятого. Даже раньше закончу. Даже не сомневайтесь. Все, сегодня плитка придет, уже мне подтвердили, железобетонные. Там, я говорю, 3-4 дня ребята уже сами работают. Работы ведутся и в бассейне в детском саду номер 39. Выполнены штукатурные работы в чаше бассейна, произведена подготовка чаши для установки закладных деталей, произведена заливка полов и выполнена гидроизоляция полов в зале сухого плавания и раздевалки. Ну смотри, затирку сделали. Да, да. Затерли. Здесь повремение. Если чашу до 20-го, как они обещают, закончить, то других сложностей нет. Тогда сложностей здесь никаких. Следующий обход этих объектов глава города совершит ровно через неделю, в пятницу 11 августа.